Итак, ребят, всем привет. Поговорим на тему VPN. Есть два VPN-сервиса, которые работают в России. Видео касается всех, но в частности тех, кто находится в России. Urban VPN, к сожалению, уже в России не работает. На территории Беларуси работает, а в России нет. Я снимал шорты на эту тему, то есть кто подписан на канал, тот видел. Значит, первый VPN, он у нас называется Paladin. Он кроссплатформенный. Есть на Windows, есть на Mac. То есть это только для компьютеров. Также вроде есть и на телефоны. По поводу телефонов я не знаю. Вроде должен быть и на телефон. Вот у нас платформы. Windows, macOS и расширение для браузера. Opera, Microsoft Edge или Google Chrome, неважно. То есть вот такой вот VPN. У меня он установлен. Вот он. Вот наши локации. Все они бесплатные. То есть мы нажимаем, например, Германия. Это не общая Германия, а вот по страна и город. Выбрали локацию. Все приложения используют VPN. И здесь можно выбрать. Выбранное приложение. Только выбранное приложение. И запретить доступ к приложениям к VPN. Нажимаем подключить. Все. VPN подключен. Есть в Microsoft Store и есть для macOS. Вот по этой ссылочке. Все ссылки будут в описании к данному ролику. Следующий VPN это Satoshi VPN. Он немножко лучше, он полностью бесплатен. Платформы macOS, Windows, Android, расширение для Google. Это у нас Huawei App Gallery, то есть он тоже есть. Вот. Для Mac, iPhone, iPad, то есть общее в App Store. Он у меня тоже есть. Это видео касается только VPN. Давайте посмотрим. Вот мы его включили. Вот наши сервера. Довольно много стран. Например, мы подключаемся к Молдове. Давайте выбираем Молдова и нажимаем подключиться. Подключаемся. Подключено. И как проверить? Давайте проверим. Запускаем Parallels и попробуем проверить наличие обновлений. Вот. Обновлений нет. Это значит, что VPN работает. На айфонах тоже он работает. Открывается Instagram. То есть я имею в виду именно вот этот VPN. Отлично работает на айфонах. Instagram работает, Facebook работает в России, все работает. Если видео понравилось, лайк, подписка, комментарий. Подписываемся на Discord сообщество, на группу ВКонтакте. Оставайтесь с нами. До встречи в новых роликах.